Приднестровский акробат Станислав Харченко может попасть в книгу рекордов Гиннесса. Он выступал в Милане вместе с цирковой группой. Прыгал на надувных шинах через скакалку. Но не все так просто. Другие акробаты тоже на шинах перекидывали через нашего спортсмена еще одну скакалку. В итоге Станислав прыгал через две скакалки и ни разу не ошибся. Номер акробатов с нашим Станиславом Харченко зафиксировали для регистрации в книге рекордов Гиннесса.